Всех приветствую, сегодня зеркало нам нужно заклеить. Так, я переклеивал лобовое. У кого-то бывает оно отлетает, а отлетает обычно вместе со стеклом. Здесь на пятачке стекло остается. В общем, сам пятачок, на котором держится зеркало, приклеен к лобовому стеклу изначально. А это само зеркало на пятачке вот таким шестигранником, двоечкой. Ну, это в данном случае. Это подопытный здесь ланос. Вот там в глубине есть шестигранник. Вот. Я вот сейчас шестигранником в этот болтик залез. В общем, выглядит это так. Если стекло приклеено к лобовому, снизу вот здесь шестигранник. Сейчас я его откручу. В общем, откручиваем. Вот, вышел. То есть, получается, сам пятак вот выходит, а прижимает его. Сейчас я закручу. Вот, шестигранник закручиваю шестигранником. Болтик. Вот прижимает этот пятачок, получается, и зеркало фиксируется. Вот, прежде чем снять зеркало, нужно обязательно этот шестигранник взять и открутить вот этот болтик. Вот его видно. Если вы попытаетесь оторвать зеркало от лобового, и мало ли, может, для кого-то нужно будет просто снять зеркало или поменять зеркало, то вы, скорее всего, со стеклом вместе оторвете. Поэтому вот этот нюанс нужно знать. Сначала нужно открутить болтик, а потом вытаскивать зеркало. Так, сам этот пятак перед тем, как заклеить, нужно зачистить. Очень хорошо зачистить, чтобы идеально ровная поверхность была и минимум мусора там вообще было. Старый клей вообще полностью убрать. Я покажу, как я его зачищаю. Вот берем этот пятак. Это круг шлифовальный, или как он называется. И прям зачищаем от старого клея, от осколков стекла, если они там остались. Чистим, пока полностью не уйдет. Старый клей и все вот эти остатки. Можно на наждачной бумаге это делать. Самое главное, чтобы ровная плоскость была и без старого клея. В общем, чистим, пока все не очистится. Вот до такого идеально чистого состояния нужно зачистить. Вообще, чтобы не было старого клея. Само стекло. Я беру лезвие от канцелярского ножа и прям зачищаю вот таким вот образом старый клей, какой-то мусор. Все это хорошо убирается вот таким канцелярским ножом, то есть лезвием. Но лезвие нужно, чтобы новое было. Старым лезвием можно поцарапать, если заусенцы будут. Идеально ровным лезвием все хорошо получается, весь старый клей хорошо сходит. После этого обезжириваем поверхность лобового. И обезжириваем вот этот сам пятачок. Растворителем я обезжириваю. У кого что есть. После того, как обезжирили все, поверхности готовы для поклейки. Вот я взял клей для зеркала заднего вида. Недорогой. Уже, наверное,
Раза 4 я его использовал. Здесь, в принципе, хватает его. Двухкомпонентный. Значит, один компонент мы наносим на стекло. В принципе, не важно, какой из них на стекло, какой на зеркало, то есть на пятачок. Тонкий слой даем, много лить тоже не надо. Все равно лишнее выдавит, потом пойдет потек. Этот подтек сложно будет потом убрать. Главное, чтобы клей покрыл всю поверхность. Куда мы будем клеить? Значит, от синего цвета компонент я намазал на лобовое стекло. Красного цвета компонент сейчас буду наносить на сам пятачок. После этого прижимаем этот пятачок к лобовому стеклу и держим секунд 30-40, хватает, ну, желательно минутку. И стараемся вообще, короче, не двигать рукой, именно вот намертво нужно приклеить и держать, не двигаясь, секунд 30. Все, пятачок у нас приклеен. Вешаем зеркало минимум через сутки. То есть завтра в это же время можно будет уже повесить само зеркало. Просто там пазы одеваем снизу. Вот этот шестигранником закручиваем болтик и все, любуемся проделанной работой.